Поздравляю, спасибо. Спасибо. В 2021 году эти люди провели масштабную работу. Они помогли провести перепись населения в нашем округе. В преддверии Нового года глава муниципалитета Андрей Иванов наградил молодой состав команды переписчиков, выразил благодарность за проделанную работу. Ее значимость и важность для округа неоценима. 1 января этого года численность населения в Одинцовском округе была 338 тысяч человек, а по итогам переписи стало 471 тысяча, это на 40% прирост. То есть мы в своей работе долгие годы пользовались устаревшими данными. После внесения таких значительных корректив будет иначе сформирован бюджет и иные социально значимые проекты. Самым сложным было достучаться до граждан, говорят сами переписчики. Объяснить необходимость заполнить данные. Значительно упростили работу электронные планшеты. В этом году перепись была технически оснащена, не нужно было ходить с бумагой, не нужно было изучать досконально методологию, да, потому что планшет – это тот электронный документ, который позволял переписчику качественно сделать опрос. Впервые перепись проходила как в очном формате, так и онлайн через портал госуслуг. Всего в Одинцовском округе в ней участвовали 750 человек персонала. Было открыто 16 стационарных переписных участков в офисах МФЦ. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».